Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Многим знаком сюжет пьесы бельгийского драматурга Мариса Метерлинка «Синяя птица». Эта пьеса посвящена вечным поискам человеком синей птицы, неприходящего символа счастья. Поиск этот бесконечен, клетка для птицы так и остается пустой. Так и человеческое счастье призрачно и недолговечно, и тем не менее люди стремятся обрести его. Сегодня мы поговорим о счастье с библейской точки зрения. И на наши вопросы отвечает пастор Павел Владимирович Гончар. Павел Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, говорит ли что-нибудь Священное Писание о счастье? Ну, конечно, это одна из главных тем Священного Писания. Человек создан Богом, как мы хорошо с вами помним, для жизни в счастье, в раю. Рай для нас ассоциируется с неким таким местом, где все хорошо, где исполняются все желания, где человек чувствует себя очень комфортно. Но, с другой стороны, Священное Писание – это книга, написанная в реалиях греха. Рай когда-то был, и рай закончился. Поэтому счастье, о котором говорит Библия, оно несколько, или путь это, достижения этого счастья, он несколько отличается от того пути, которым привыкли идти люди этого мира. И часто счастье библейское, то, которое приготовил для нас Бог, оно как-то вот контрастирует или противоречит тем представлениям о счастье, которое существует в этом мире. Но ведь сейчас человек, живя в греховном мире, представляет, я думаю, счастье, пусть и не райское для себя, тоже как совокупность каких-то вот, ну, жизненных обстоятельств или того, что, чем человек обладает, и то, что можно, о чем можно сказать, что это хорошо для человека. Например, каждый человек стремится быть любимым. Хочет быть любимым, стремится быть успешным, хочет, чтобы его близкие, он сам, не болели, хочет признания какого-то, чего-то в жизни добиться. Разве не в этом счастье? Конечно. И еще раз повториться можно. Человек создан для счастья. И если он не будет чувствовать себя счастливым, то как бы жизнь прожита напрасно. Священное Писание дает основу, фундамент для этого счастья. Потому что как бы правильная реализация человеком себя, как человека, с точки зрения Библии, возможно только при понимании того, что человек создан по образу и подобию Божьему. И если этот образ и подобие Божие проступает в жизни человека, тогда он обретает истинную полноту жизни. А если нет, то он может уподобиться животным, например. Животные тоже по-своему могут быть счастливы, если они свои инстинкты удовлетворяют, если они сыты или что-то в этом роде. Но это не будет счастье, полнота счастья, для которого человек создан. То есть без Бога счастье невозможно? Я как верующий человек это утверждаю. Но ведь люди, которые не верят в Бога, сейчас, конечно, я думаю, все меньше и меньше атеистов. Не как, например, в советские времена в нашей стране, когда многие, по крайней мере, говорили, что они атеисты. Неизвестно, кем они были на самом деле в душе. Но, тем не менее, человек, который, ну, не признает власти Бога, не верит в Бога так, как верят в него христиане, например, нельзя сказать, что такие люди подобны животным, что у них нет каких-то рамок, что у них нет совести, что они живут вот по каким-то звериным законам. Ну, я этого не говорил. Я ни в коем случае не хочу как бы сравнивать человека. Это, может быть, слишком резкое такое утверждение. Речь идет о цели. Когда, скажем, растет ребенок,
то его счастье, когда он вырастет, когда он станет взрослым, во многом зависит от того, каким путем направили его родители, каким путем направило его общество, каким путем направила его культура, в которой он живет. И если он получил верное направление, верное воспитание, то возможности для того, чтобы реализовать себя, свою человечность, себя как человека, они гораздо больше, чем у того, кто обделен был этой возможностью. И я считаю, что Священное Писание, вера в Бога, христианство, следование за Христом является непременной частью вот этого воспитания, этого фундамента культурного, который необходим человеку для того, чтобы во всей полноте испытать счастье человеческое. Просто вопрос возникает, и, может быть, это будет дальше предметом нашего разговора, уже конкретно, да, как, в чем проявляется вот это ощущение счастья. Потому что счастье – это то, что мы чувствуем. Это не что-то такое объективное, это что-то субъективное. В одном и том же положении человек один может чувствовать себя счастливым, а другой, находясь в этом же самом положении, может чувствовать себя совершенно несчастным и потерянным. Итак, значит, теперь будем вести разговор уже конкретно о счастье таком, каким оно описано в Священном Писании. Да, я думаю, что первым местом библейским для тех, кто знаком с Священным Писанием на тему счастья, приходит на ум, наверное, Нагорная проповедь, по крайней мере, ее начало. Блаженство заповеди, да? Блаженны или счастливы, нищие духом. Мы хорошо помним эти слова. Может быть, мы прочитаем все несколько текстов из Нагорной проповеди, которые говорят о блаженстве? Да, конечно. Давайте. Вот перед нами 5 глава Евангелия от Матфея. Нагорная проповедь записана в 5, 6 и 7 главе Евангелия от Матфея. И такой сокращенный вариант мы также находим и в Евангелии от Луки. «Увидев народ, он, Спаситель наш, взошел на гору, и когда сел, приступили к нему его ученики. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вот это слово ключевое, которое чаще всего здесь встречается – «блаженны». Ну, может быть, в современном русском языке оно такой немножко оттенок имеет, странный, да? «Блаженный человек». Такое, не от мира сего, что-то такое. Но мы знаем, что перевод этот был сделан давно, больше 100 лет назад. И некоторые слова немножко за это время поменяли свое значение. Да. Блаженно, если перевести, может быть, это слово на современный язык, может быть, даже такого подходящего и нет слова. Это, с одной стороны, счастливы, а с другой стороны, молодцы, правильно делают, вот так и надо. Вот что-то вот среднее между вот этими словами. Блаженны нищие духом, или счастливы нищие духом, или плачущие. Я думаю, что понятно, что библейский текст, он имеет измерение глубины большой. И сразу при поверхностном таком чтении может сложиться впечатление о каком-то таком трудности какой-то для понимания. Как могут быть плачущие счастливы? Я тогда не хочу быть блаженным и не хочу быть счастливым именно так, как описано здесь. Потому что никто не хочет быть нищим, никто не хочет плакать, быть кротким, быть милостивым,
быть чистым сердцем. В общем-то, это тоже непопулярно. Да, вот потому-то я и обратил внимание на то, что значение этого слова в современном языке, наверное, блаженные воспринимается как, ну, странные такие люди. Да, да. Люди не от всего мира. И в этом смысле Нагорная проповедь и заповеди блаженства должны пониматься как некая контркультура, как альтернативная культура этому миру. Настоящее христианство, истинное следование за Христом – это не приспособленчество к этому миру. Мы вообще привыкли с вами воспринимать, наверное, христианство как часть культуры мировой. Да. Это связано с образцами культуры в любой отрасли, да, культурной. Это и в архитектуре, храмы, сразу возникает ассоциация церковь. Словом, церковь не группа верующих, следующих за Христом и вызванных из этого мира, что изначально смыслом является, а некое строение, сделанное в виде такой молитвы, обращенной к Богу. Заостренные купола к небу возвышаются, все сделано так, чтобы настроить нас на этот молитвенный лад. Или живопись, или искусство проповеди, или книги, в которых мы находим размышления, и которые формируют вот те или иные цивилизации. Мы знаем, что христианство полностью изменило мир за последние 2000 лет. И мир древний, древнего Рима, в котором оно зародилось, и современный мир – это совершенно разные миры. И люди думают, относятся друг к другу по-разному, потому что христианство повлияло на мир. Но при этом произошло некое срастание христианства как вызова этого мира, которым оно изначально и было, и ценности этого мира. Поэтому для современного человека, читающего заповеди блаженства и читающего Нагорную проповедь, это является определенной трудностью. Нам хочется видеть Нагорную проповедь, встроенную в нашу жизнь. Да. Если мы говорим, что счастливы, значит, в том понимании, в каком мы привыкли понимать. Да, чтобы вот можно было сказать, да-да-да, точно, я так и думала, вот да, я именно к этому и стремлюсь, действительно, я была права. А здесь мы находим такие тексты, которые разбивают на самом деле наше представление о жизни и о счастье. Я думаю, что тоже, наверное, ощутили и слушатели Христа, Спасителя нашего, когда, как здесь сказано, взошли вместе с Ним на эту гору, склон горы, который выходил к Галилейскому морю. Это родина Иисуса. Здесь он всех знал, здесь знали его все. И вот он поднимается на этот склон. И кто его слушатели были? Тоже интересный такой момент, который помогает понять Нагорную проповедь. Галилея – это одна из самых бедных частей Израиля. В то время, по крайней мере. И, как говорят, люди работали так, что, минуя карман, в рот сразу несли еду. То есть они ничего не могли отложить. Это были бедные люди, которые, ну, наверное, может быть, по бедности, по своей, больше всех чаяли пришествие Мессии. С этим приходом они связывали освобождение от этой своей бедности, восстановление какой-то социальной справедливости, счастья, от того счастья, человеческого простого счастья, которого хочет каждый из нас, чтобы было все дома, чтобы жизнь была в достатке и не было никакой нужды. Вот этот народ, эти рыбаки, эти крестьяне, которые с таким трудом возделывали землю, хотели видеть в Иисусе этого Мессию, Мессию, которого они ожидали. Еще если помнить пророчество, записанное в книге Второзакония, Моисея, который говорил, что вот придет время, и Господь нового пророка вам даст, его слушайте. И вот Спаситель, как пророк этот новый, как второй Моисей, поднимается на гору и, как бы, кажется, кульминацией достигает этот момент откровения Мессии о себе и о своем царстве. Собираются слушатели, он разверзает свои уста и начинает говорить. И первое слово, наверное, повергает всех этих нищих,
этих бедных людей, ожидающих от него, что он сейчас программу царства своего развернет перед ними во всей своей красоте и блеске, повергает в шок. Нищий сидит, ожидает, что ему хлеба дадут, что ему его научат возделывать землю или дадут ему оборотный капитал для того, чтобы он мог раскрутиться. А Спаситель что говорит? Ты и так должен быть, в общем, довольствоваться тем, что у тебя есть, ты счастлив. Да. И без всего этого счастлив, без хлеба. Он говорит, блаженны нищие духом, блаженны плачущие. А перед ним как раз и сидят нищие, плачущие, алчущие, жаждущие, обездоленные. И он, обращаясь к ним, говорит о том, что вот именно они счастливы. Конечно, на первый взгляд это может как издевательство даже прозвучать. Да, вот вы проходите мимо нуждающегося человека и говоришь, да ты и так счастливый, чем я тебе могу помочь? Конечно же, нельзя буквально понимать, мы уже с вами говорили об этом сегодня, буквально понимать Нагорную проповедь вот так, как написано. Да? Проповедь Спасителя имеет измерение глубины. И когда он говорит «счастливы нищие духом», он что-то имеет в виду под этим. То есть это нуждается в истолковании. Тем более, что интересно, да. Здесь написано не «нищие», а «нищие духом». «Нищие духом», да. И я думаю, что слушатели его, выросшие в библейской культуре, с детства изучавшие Священное Писание, улавливали эти ассоциации, которые Спаситель использовал в этой своей проповеди. Он не говорил о нищете материальной, конкретной. Да? Он обращал взоры дальше. Это была как бы суть его миссии и конкретно Нагорной проповеди. Гораздо дальше горизонтов человеческой жизни, человеческого счастья, которое вот в этих рамках человеческой жизни обретается. Он говорил, что человек создан для вечности. И истинное счастье он может обрести только тогда, когда он будет устремлен в вечность. Не тогда, когда он будет только сосредоточен на том, чтобы сытно покушать или побольше заработать. Хотя это тоже как бы важно для поддержания человеческой жизни, для ощущения себя счастливым. Но по-настоящему всю полноту счастья человек может ощутить только тогда, когда за горизонты этой жизни будет устремлять себя. И цель его будет превосходить вот эти горизонты. Павел Владимирович, но ведь если человеку нечего есть, если ему не во что одеться, если его тревожит что-то, какие-то болезни, если он плачет, если он алчит, жаждет, если он нищ, неужели у него есть возможность думать о каких-то духовных вещах? Вот когда человек накормлен, сыт, обут, одет, тогда он, наверное, может и о духовном думать. Ведь это представление многих людей. Неужели не так? Неужели это не так? Да, вот этот склон или эта небольшая гора, эта возвышенность, на которой Спаситель произнес Нагорную проповедь, называется Кирен-Хатин, рядом с Капернаумом. Она расположена так, что внизу, если спуститься ниже к Галилейскому морю, будет место, где из земли будут бить источники воды. И когда Спаситель закончил свою проповедь и спустился со своими слушателями вниз, то написано в Писании, ну, это можно из последующего рассказа вывести, это уже день клонился к закату, людям нужно было что-то поесть. А хотя, в общем-то, если ехать на машине, это недалеко, Назарет, Капернаум, все эти города вроде бы недалеко, но пешком это довольно-таки большое расстояние. И они были голодны. И здесь вот возле этих источников с водой произошло чудо сотворения Спасителем хлеба и рыбы. То есть это говорит о том, что, говоря в Нагорной проповеди о блаженстве нищих, Спаситель не имел в виду, что блаженны те, кто страдают от болезней, кто мучаются от голода, кому нечего пить, когда он говорит, да, блаженны жаждущие. Он использовал эти реалии человеческой жизни для того, чтобы проиллюстрировать глубокие духовные истины. И вы уже подметили, что говоря о блаженстве нищих, он не говорит о блаженстве нищих материально, а говорит о блаженстве нищих духом.
у пророка Исаии в 57 главе, 15 стихе сказано, так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий. Я живу на высоте небес и во святилище. А также с кем? Помните это место? Со смиренными и сокрушенными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. И когда Спаситель сказал «блаженны нищие духом», то его слушатели, которые хорошо, наверное, знали пророка Исаия, так как с детства читали или слушали Священное Писание, они понимали, о чем идет речь. Блаженны те, кто не гордится собой, те, кто смирен духом, те, кто признает свою зависимость от Бога, те, кто признает свою духовность, духовную нищету. И таким образом Спаситель указал слушателям на то, что материальные блага, они как бы нужны. И я пришел в этот мир для того, чтобы отпустить измученных на свободу. Помните, да, это его проповедь в Назарете, для того, чтобы исполнить закон о необходимости благотворить, необходимости помогать людям. Но это счастье обретается тогда, когда мы, как я уже говорил, смотрим дальше. Дальше еды, дальше одежды, дальше работы. Это промежуточные как бы цели. Это цели, связанные с горизонтом этой жизни. И слушатели, я думаю, хорошо его понимали. Может быть, для современного человека, который не очень знаком, и не возникают у него эти ассоциации с теми или иными текстами Священного Писания, действительно, такое начало, блаженны нищие духом, блаженны плачущие, может вызвать определенные, ну, такие негативные ассоциации. На самом деле Спаситель говорил это знающим Священное Писание и понимающим то, что он говорит. И в то же время, если внимательно читать каждый текст, говорящий о блаженстве, можно увидеть, что в первой половине каждого текста сказано, кто блажен, а во второй — причина их блаженства. Это так? Вот, например, блаженны плачущие, ибо они утешатся. То есть человек не может плакать вечно, человек не может плакать всю жизнь. Бог даст ему утешение. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. То есть Бог даст насыщение. Да, здесь вот в этих текстах действительно как бы дан ответ или причина этого счастья, да? И указывается Спасителем этот ответ или эта причина в будущем. Она не сейчас, да? Если вы нищий сейчас, то вас ожидает нищий духом будущее. Если вы плачете сейчас, то вы получите утешение. Если вы кроткий сейчас, то вы наследуете землю. И здесь сокрыта такая мудрость большая. Ну, во-первых, обратите внимание на то, что заповеди блаженства даны как в виде такого противопоставления, в виде такой антитезы. И вообще проповедь Христа и его призыв к построению Царства Небесного, он построен на таком противопоставлении этому миру, на контрастах. В Нагорной проповеди мы будем встречать, например, такие моменты. Не уподобляйтесь язычникам. Отличайтесь от них, отличайтесь от этого мира. Или по делам их не поступайте. Вот что-то такое, то, что является своего рода такой антикультурой по отношению к этому миру. И здесь эта мысль прослеживается. В этом мире принято гордиться собой, распускать, так сказать, перья, да, делать какую-то, достигать славы, делать карьеру и так далее, и так далее. А он говорит, нет, счастливы не те, кто эти свои мечты стать звездой реализовали, а счастливы те, кто понимают, кто они есть на самом деле. Потому что тот, кто становится звездой, он как бы в глубине своей жизни, да, он понимает, что он, по сути, ничто. Его сделали продюсеры, его сделали там, мир от этого сделал, и он как бы зависим от каких-то обстоятельств, происходящих в его жизни, от здоровья и так далее, и так далее. Это все может легко кончиться.
это похоже на какой-то стимулятор, который имеет определенное время своего действия. Uh-huh. Когда он заканчивает, это время действия заканчивается, наркотика, да, то человек начинает испытывать несчастье. Вот для того, чтобы обрести истинное счастье, Христос говорит, вы постоянно помните, кто вы такие. Вы как бы не вычерпываете это счастье до дна. Вы оставляете все время на потом. Вы чувствуете себя зависимыми от Бога, от провидения, и строите свою жизнь так, чтобы это счастье все время было впереди вас, чтобы вы его не могли ухватить в будущем. Блаженны нищие духом, ибо они, сказано, ибо их есть Царство Небесное. Mm-hmm. Да? Ибо их есть Царство Небесное. Вот они идут к этому Царству. И счастье вот в этом походе, в этом движении, в этом ощущении своей нищеты и руки Божьей, которая в этой нищете вас ведет в это Царство. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Если вы сейчас уже утешены, если у вас сейчас уже есть радость, то следующий момент вы как бы рискуете эту радость потерять. И хорошо быть плачущим сейчас и думать об утешении, таким образом идти как бы вперед, да, и постепенно обретать это утешение. И кульминация этого утешения будет вхождение в Царство Небесное. То есть как бы не растрачивать свою радость и свое счастье по пути, не уподобляться, вот, ну, грубо говоря, вот человеку, который стимулирует себя время от времени и переживает вот такие моменты. А что, разве любая человеческая радость является не настоящей? И радостью является лишь то, что ожидает человека в Царстве Небесном? Опять же, это такой вывод напрашивается при поверхностном прочтении. Да? Еще раз хочу повториться. Человек создан Богом для чего-то большего. Просто это большее он утратил в результате грехопадения. И мы, может быть, даже не можем с вами описать точно. И если бы мы могли описать, то, наверное, это большее не было бы тем большим. Не можем описать, что же есть, по сути, человеческое счастье, для которого он создан. Мы не знаем, что это такое. Мы просто чувствуем какую-то тоску, какую-то ностальгию по вот возвращению в то счастье, из которого мы когда-то вышли. Может быть, какая-то историческая память в человечестве хранится. Это как вот, ну, может быть, можно сравнить, знаете, вот с путиной лосося. Вот когда-то икринка там где-то вот развивалась в верховьях какой-нибудь горной реки, и по прошествии там лет рыба снова идет туда, что-то ее манит, и мы не можем объяснить, что. Какая-то, ну, грубо говоря, ностальгия по утраченному тому миру. Может быть, вот что-то подобное, это, может быть, не очень удачный пример, но, тем не менее, очень, что-то подобное происходит и с нами. Человек всю свою жизнь носит в себе какую-то такую тоску, печаль, какую-то ностальгию по утраченному счастью. И он пытается это счастье найти. И, наверное, самый такой простой и легкий путь нахождения счастья – это вот простимулировать свои какие-то человеческие потребности в еде, там, в комфорте, еще в чем-то. И испытав это, человек обретает какое-то ощущение того, что у него все хорошо, что он счастлив. Но даже присытившись этой жизнью, кстати говоря, вот недавно я услышал такую интересную статистику, что среди самоубийств, которые совершают люди, примерно 1.5% самоубийц, мотивация этого самоубийства – пресыщение жизнью. У людей все есть, казалось бы, наоборот. Да? Люди, которым что-то не хватает, они, может быть, склонны больше к каким-то таким действиям. Но здесь вот такой момент. Пресыщение жизнью – одна из причин самоубийства. Это говорит о чем? О том, что человек создан для чего-то большего. И имея все, он не чувствует себя счастливым.
но не в таком бытовом смысле. В бытовом смысле он чувствует себя счастливым, да? А в таком экзистенциальном, в глубинном смысле. То, для чего он создан, он не находит себя в этой жизни. И не найдя себя, он как бы теряет смысл этой жизни. Поэтому Спаситель и призывает сделать в человеческом пути, в человеческом счастье главной целью не достижение комфорта, не стимуляцию своих каких-то инстинктов, своих каких-то потребностей чисто физических, а сделать целью вот эту ностальгию. Ностальгию по утерянному миру, по утраченному миру, который когда-то, за толщу веков, о котором мы, может быть, уже ничего не знаем, но историческая память нас побуждает к нему вернуться. Поэтому, когда мы говорим, и когда Спаситель говорит «блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», мы не должны этот текст и последующие тексты воспринимать так плоско, противопоставлять вот райское место, где удовлетворяются все физические потребности человека, и таким образом он обретает счастье. И этот мир, в котором, к сожалению, иногда и безработица есть, и то нельзя, и того нельзя достичь. Нет, он говорит не об этом. Говоря о Царстве Небесном, о земле, о будущем, он имеет в виду вот эту утраченную нами сущность, утраченную нами родину, вернувшись к которой мы только обретем себя, как люди, созданные по образу и подобию Божьему. И тогда мы действительно обретем это счастье. Это с одной стороны. Но с другой стороны, сам путь, само движение к этому обретению себя, к обретению этой утраченной родины, тоже является счастьем. Вот. Я думаю, что все мы испытывали, например, счастье не от того, что мы приобретаем, а от того, что мы отдаем. Есть разница в этом, да? Да. Когда вот мы видим человека, оказавшегося в нужде, и вдруг испытываем такой порыв какой-то, может быть, совершенно нерациональный, отдать ему то, что нам самим нужно. И отдав его, мы как бы ощущаем такую какую-то легкость, ощущаем какое-то счастье. Хотя он, может быть, даже нам и не сказал спасибо, и не отблагодарил, может быть, нас. Может быть, он даже не понял, что произошло. Да? Мы дальше будем с вами касаться этой темы, когда Спаситель говорит, что благотворя, одна рука не должна знать, что делает вторая рука, да, другая. То есть это должно стать нашей натурой. Мы ощущаем вот это счастье. Или когда мать отдает себя ребенку, не получая в ответ, может быть, плач, получая непослушание или что-то в этом роде. Да? Вот. И вот это счастье, это как бы оно вот связано с тем утраченным. Утраченным смыслом, не с инстинктами. Какие-то отголоски счастья. Потому что далеко не каждый человек, который отдает нужную себе самому вещи другому, чужому человеку, испытывает счастье. И мать, когда растит своего ребенка и вкладывает в него силы, она же все равно понимает, для чего она это делает, что ее ребенок станет взрослым человеком, и, в общем-то, ей воздастся вся эта любовь. И да, и нет. Я думаю, что вот это счастье, о котором говорит Спаситель, оно не прагматично. Вот в этом как бы это одна из таких основных черт этого счастья или этих блаженств, о которых говорит Спаситель. Если мы расчетливо что-то делаем, то мы уже в корне своем убиваем это счастье. Счастье – это прорыв. Прорыв из глубины вот нашего естества. Это как вот, не знаю, порыв свежего ветра в зной. Вот можно с этим, наверное, сравнить. И если мы по расчету что-то делаем, то это не принесет нам счастья. Это постоянный контроль, это постоянный страх утерять этот контроль. И кроме напряжения в жизни это ничего не приносит. Настоящее счастье – это вот отдаться как бы на волю ведущей вас тайны. Интересная фраза. Да, на волю вот этой тайны, которая действует в каждом из нас. Священное Писание это называет действием Духа Святого или вот этого смысла, когда-то утраченного, но о котором мы помним. Человек – это человек,
К сожалению, современный мир, он счастье называет, ну, вот эту стимуляцию физических каких-то инстинктов, потребностей человека. И таким образом, как бы низводя человека, ну, в какой-то степени, может, это очень грубо сказано, до уровня животного, хотя, конечно, это не так. Человек всегда остается человеком. Вот. А Нагорная проповедь призывает нас быть человеком вот в полном смысле этого слова, в том смысле, в котором Бог нас задумал. Павел Владимирович, у меня два вопроса. Первый, чтобы мы подытожили и, может быть, разобрались с этим вопросом уже окончательно, прежде чем к второму перейдем. Вот действительно ли для того, чтобы быть счастливым по-библейски, быть блаженным, обязательно в этой земной жизни быть человеком, ну, может быть, в чем-то ущербным, быть нищим, нуждаться, быть больным. Да, вот быть именно блаженным в том смысле, как мы привыкли воспринимать. А в Библии блаженство и счастье, в общем-то, они, наверное, равнозначны. Вот неужели постоянно испытывать боль, тоску, ностальгию, вот какие-то лишения для того, чтобы называться счастливым? Ни в коем случае. Более того, я скажу, что человек, будучи христианином, если он является христианином, и при этом не чувствует себя счастливым, он что-то не понял в христианстве. Если у него вытянутое лицо, скорбное, если он постоянно в депрессии находится. Хотя, конечно, ну, депрессия это может быть и ну, следствием болезни какой-то, но мы не берем эти случаи. Христианство делает человека поистине счастливым. Спаситель сказал: блаженны, счастливы, те и те. Но, как мы уже говорили, это счастье человеческое субъективно. Оно связано с ощущением. То есть человек может быть счастливым, даже будучи бедным, даже находясь в каком-то плохом положении и так далее, и так далее. Скорее здесь речь идет, или точно здесь речь идет о том, что мы должны быть независимы от обстоятельств этого мира. И вот эта независимость от обстоятельств этого мира, она, конечно, не приходит сразу. Да? Этому учится в течение жизни. Мы как бы постепенно, путь христианства – это путь постепенного освобождения от пут или оков этого мира. Ну, имеется в виду не уход в монастырь, да, а вот этих вот представлений о счастье, если мы уже говорим в этой теме, представление о счастье этого мира, переход как бы на другую волну. Вот, другая гармония начинает звучать в жизни человека. А вот этот язык контрастов, таких резких контрастов, он для Востока и для речи Спасителя свойственен. Поэтому не нужно слишком буквально как бы воспринимать и думать, что рецепт счастья заключается вот в этом. Надо быть как бы нищим. Были такие, и сейчас, наверное, есть такие попытки как бы обрести, буквально следовать, например, Толстым, да, буквально следуя букве Писания. Вот. Но не об этом идет речь. Понятно. Вот мне понравилась ваша фраза. Действительно, она подчеркивает основную мысль Нагорной проповеди, я думаю. Это быть независимым от внешних обстоятельств. Можно действительно иметь в этой жизни все и в один момент все потерять. Можно потерять здоровье, можно потерять любовь, близких, имущество. И что тогда? Твое счастье разрушено, разбито. Но оно может, ты можешь продолжать быть счастливым, несмотря ни на что, если действительно вот последовать советам Евангелия. Да, ну тут как бы важно еще такой момент понять. Нагорная проповедь и проповедь Христа – это не секрет как бы счастливой жизни, который усвоив, рационально усвоив, следуя рецептам который, да, мы можем как бы обрести счастье. Нет, это скорее вхождение под руку Божию, под его водительство. Мы не можем до конца осмыслить, что это значит. И не нужно этого делать. Вот это трагедия современного человека, что он пытается как бы все разложить по полочкам, написать рецепт таким образом, как бы говоря, что он знает, что делать, только он не знает, как достичь этого. Но вопрос в том, что мы даже не знаем цели по-настоящему своей. И мы должны эту цель предать в руки Божьи, тогда мы будем счастливы. А если мы знаем, что быть счастливым, значит, вот это, как этого достичь, мы только не знаем. Вот как раз следующий вопрос, который я и хотела задать. Как этого достичь? Как действительно быть счастливым по-библейски? Как действительно достичь Царства Небесного?
Вот как свыкнуться с той мыслью, что если я даже в этой жизни потеряю все, что делает меня счастливым, счастливой в этой жизни, я все равно смогу остаться счастливой. Счастливой вот именно в том смысле, в каком Бог меня хочет видеть таковой. Ну, на вопрос «как» рецептов дать невозможно. По моему глубокому убеждению, христианство – это путь. Это не набор правил, это не набор рецептов. Это путь, это диалог. Я думаю, что вы в двух словах не можете выразить, как бы, говоря о дружбе с каким-то человеком. Да, скажем, вы прожили там в замужестве какое-то время, и вы хорошо знаете этого человека, вы его любите. И отношения между вами, они не могут быть описаны в каких-то таких рациональных категориях и просто. Это как бы это ваши чувства, это как бы каждый день что-то новое приходит, это какие-то волнения, это вот это путь, это диалог. И вера христианина – это не исполнение обрядов, это не соблюдение заповедей, хотя это и то важно, а это диалог с Богом. Этот диалог происходит и через соблюдение заповедей, и через соблюдение обрядов, через жизненные обстоятельства, через чтение Нагорной проповеди, через субъективные личные ощущения, которые при этом происходят. Это путь, это диалог обретения этого счастья. И каждый человек, может быть, немножко по-своему, со своей краской, со своей интонацией ощущает вот, вот это блаженство от этого диалога с Богом. Счастье, по большому счету, вот с библейской точки зрения, это пребывание в Боге. И чем ближе мы к Нему приходим, чем больше мы окунаемся в атмосферу Его присутствия, или, говоря другой метафорой, Христос должен войти в наше сердце, да, как говорит апостол Павел, тем больше мы ощущаем это счастье, которое, к сожалению или к счастью, передано быть рациональным языком не может. Это ощущение. Человек счастливый. А почему? Ну, со стороны это выглядит блаженный. Как блаженный. Я благодарю вас, Павел Владимирович, за интересные ответы. Мы продолжим разговор о Нагорной проповеди Иисуса Христа в следующих программах. Это была передача «Открытая книга». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».